Представляешь, Петя, оказывается, фигурное катание на коньках впервые появилось в программе летних Олимпийских игр. Как такое может быть? Ну, просто в начале 20 века еще не было зимних Олимпийских игр, а фигурное катание уже было, и были блистательные фигуристы. На наш лед тоже выйдет блистательный фигурист, которому не хватило лишь удачи, чтобы стать золотым призером Олимпиады в Турине. Надеюсь, сегодня ему повезет больше. Встречайте, двукратный чемпион мира Стефан Ламбьель, Швейцария, сборная мира. Стефан, first program you shocked. Во время первой программы ты всех поразил своим уровнем артистизма. А что ты готовишь сейчас? Well, I'm a toreador. Ну, на этот раз я тореадор. Я тореро из Кармен. И я покажу зрителям, что такое коррида. Будет exactly. много храбрости show, на льду. Yeah, да. how to fight the я покажу схватку с быком. So we have to fight, and I'm here. И это тоже соревнование, и я здесь борюсь well, за сборную мира. Ну, безусловно, ты на льду король. You coming out, а ты здесь, чтобы победить? Of course, I'm here, да, конечно. For my performance, ну, еще и для того, чтобы показать, как я катаюсь, но и победить, если будет возможность. Я постараюсь сделать все возможное. Удачи тебе. Все зрители будут тебя поддерживать.
Наши жюри аплодируют стоя. Я тоже аплодирую стоя, пока Стефан Ламбьель был на льду. У меня сначала широко-прешироко открылись глаза, а потом и рот. Стефан Ламбьель. Вращение, да. Удивительные вращения. Очень сложные. Но каскад из трех прыжков подряд, вот он его выполнил. Здесь, сегодня, сейчас. Для нас фантастика. Блестящее выступление. Аплодисменты. И ведь по ходу танца у него были партнеры. Он то показывал нам этого быка, потом Кармен. Потрясающе. Стефан Ламбьель. Оценка за технику. Все 6-0. Средний балл 6 баллов. Оценка за артистизм. 6-0-5-9. 6-0-6-0-6-0. Средний балл 5,98. Общий балл 11,98. Сразу же вопрос, Татьяна Анатольевна, естественно, к вам. 5-9 за артистизм. Слушаем. Что мне не хватило? 6-0, согласна. И вторую бы хотела поставить 6-0. И не потому что Лёша, а потому что вот здесь мне показалось, это мое мнение, что когда меняется музыка, когда вступает первая тема Тореадора, она попадает на вращение у тебя. А когда идет смена музыки, то меняется движение, хотя бы направление движения. И мне казалось, что внутренняя сила у человека, который связан конкретно с кровью, должна увеличиваться. Поэтому 5-9. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Виктор, тебе слово. На мой взгляд, мне хватило всего, мне не хватило только одного. Очень короткий номер. Хотелось продолжать смотреть твое выступление. Я сам катался под эту музыку на Олимпийских играх в 92-м году в короткой программе и выиграл короткую программу под эту музыку. Но ты исполнил Тореадора лучше, я признаюсь. Браво! Вау! Спасибо. Слышать это от Виктора Петренко, это большой комплимент. Спасибо большое, Виктор. А, Елена Анатольевна, вам слово. Я хочу сказать, что мы сейчас соприкоснулись с тем великим фигурным катанием, ради которого во всем мире вставали все стадионы. Вообще всегда мужское одиночное катание – это квинтэссенция фигурного катания. Извините, пары и танцы. Витя, это к тебе. Потому что все самое сложное, вся наисложнейшая техническая составляющая – все шло от мужского одиночного катания. Но когда на этой технике такой великий артист воплощает идею, вы понимаете, действительно становится просто понятно, что ты соприкоснулся с чем-то космическим. Вот сегодня это соприкосновение произошло для меня. Спасибо тебе большое за это великое катание. Стефан, оглянись. Весь зал стоит и стоя тебе рукоплещет. It's amazing. I would like это совершенно невероятно. Я хочу поблагодарить каждого. Для меня это прекрасный опыт. Мое сердце просто тает. Я вижу все эти швейцарские флаги. Я катаюсь для вас. Я хотел показать вам, потому что во мне течет и португальская кровь. Потому что моя мама из Португалии. И я хотел показать вам, кто такой Тореро. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо большое. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Настоящий праздник души.